У меня видео. Всем привет, я на очередном мастер-классе Силантьевой. Вы видите, у меня стало меньше волос, потому что те мозги, которые подпирают черепную коробку изнутри, они выдавливают волосяные луковицы, и нереально, мне не хватает головы для того, чтобы уместить все эти знания, которые я получаю на классе Силантьевой. Огромная масса нашего медиахолдинга проявила себя как очень активные и креативные люди. И Оксане удалось на протяжении двухдневного семинара в высоком ритме, с высокой активностью, подвигнуть эту молодежь и людей постарше, работать как единая команда, креативить и работать активно. Для того, чтобы к нам присоединились люди и вовлечь нашу читательскую аудиторию к работе над этим проектом. Несмотря на то, что в нашей команде не было ни одного человека из Якутска. Денис институт себе, нет? Он же не отмечает все. И очень понравилось про проекты, когда нас прогрузили в другие регионы, вот мы думали, решали, какие их волнуют темы, а не наш регион. Это было здорово. Прекрасно, вообще отлично. Наконец-то лонгриды, вернее, тумблер щелкнул. Это правильное название. Да, только я была выскочкой. Да? Как обычно.